Итак, всем привет, дорогие друзья! Действительно, приглашаем вас на стадион Петровский в Санкт-Петербург. Здесь сегодня в рамках третьего тура МЛБ первой лиги Ленинградец на своем поле будет принимать родину. Очень неплохая погода сегодня в Санкт-Петербурге. Наконец-то лето. Настоящее, солнечное, приятное. Думаю, что команда все время действительно будет приятно выступать. Итак, Тимошенко начинает. Поехали, дорогие друзья. Игра «Ленинградец. Родина» стартовала. Зовут меня Виталий Ашовский. Рад для вас сегодня стараться. По мяча. Подача от Суханова. Мяч убивается за пределы штрафной площадки. Здесь снова «Ленинградец» на подборе. Перевод в левый фланг. Обратная передача очень неплохая. Можно забивать. 1-0. Есть первый гол «Ленинградца» в этом матче. Хитяев набрасывает мяч на левый край. Жиронкин включается с глубины, получает передачу пяткой и забивает. Очень красивый гол. Приятный для глазу. Ну и, конечно, удар между ног городовому. Брасывание за боковой с левого фланга. Родина мячом овладевает. Начинает показывать потихонечку комбинационный футбол. Пошла высокая подача, но прямо в руки голкиперу, казалось бы. Давайте смотреть, вот подача. Выходит голкипер Амур Калмыков. Подача. Центр, удар поворота, вот это да, 1-1. Давайте смотреть, вот подача. Прием мяча, разворот и брутальный удар Амура Калмыкова. Мимо Максима Беляева. Да, опытнейшего Беляева сейчас переиграл Амур Калмыков и сочным ударом. Ну, причем и нынешний тоже. Я напомню, что Родина арендовала Турищева из Ростова. Вот еще удар поворота. Как раз таки Максим пробивал. Еще раз смотрим. Астемир подает на ближнюю штангу. Опасно! И здесь едва не забивают футболисты гостей. Давайте сейчас посмотрим за этим моментом. Мяч как-то странно отскочил в голкипера. В Балтике даже был бомбардиром. Помните сезон 19-20, незаконченный, когда Маркин забил 11 раз. Здесь, кстати, опасная ситуация. Городовой. Вот еще навес. Здесь на месте городовой. Вот вроде не сказать, что у Колесниченко есть прогресс в прошлом сезоне. Почти постоянно Дмитрий Парфенов оставлял его в запасе. Опасная ситуация между тем. Передача назад, удар поворотом. Блокирует здесь защитник. Фищенко проявил себя как жесткий опорник и в российской премьер-лиге. Плиев подает. Зурбек Плиев. И довольно опасно получается. Вот Плиев подает с левой ноги. Удар головой. Родина проходит вперед. Здесь Александр Клещенко дает на левый фланг. Астемир Гордюшенко. Бьет Гордюшенко. Опасно получается. Сказывается жара. Подключает Коптилова. Коптилов. Наброс следует на Маркина. Маркина опережает защитник. Пока по Маркину играет очень плотно. Все-таки понимаю, кто это такой. И вот сейчас по Маркину Клещенко продолжает выступать. Удар поворотом. Опасно, как получается. Давайте смотреть. Вот Разманов скидывает на Маркина. Еще обратный пас. Никита Разманов, все верно, пробивал поворотом. Мяч у Родины. Здесь отскакивает мяч к Руслану Кулю. Куль налево. Исламжан Насыров. 1-2-1. Насыров готов обыгрывать. Подача Насырова все-таки пошла. Удар! Вот подача от Насырова. И Калмыков действительно продавливает в этом моменте с мясом. Все, свисток Антона Анопы. Ничья в нашем матче. Ленинградец прямо сейчас выходит на 7-е место в таблице. Родина на 6-й позиции. Команда продолжает оставаться соседями по турниру таблицы. Ничья двух маститых тренеров Сергея Кирьякова и Дмитрия Парфенова.